Приветствую вас на канале Life Europa TV. Сейчас мы отправляемся на остров. Недалеко от Марселя находится, 40 минут едут от паром. Билет туда-обратно стоит... Сейчас ветер тут, наверное, не слышим будет. Билет туда-обратно стоит 11.20. Так, сейчас поплывем, посмотрим, поснимаем. Иншаллах. Считанные, ну, ладно, минуты тут толпа пришла. Отплываем. Вот там я вчера сверху снимал, сверху, помните, туда первый ролик с музея я снимал. Сегодня мы уже едем отсюда на корабле. Камера, конечно, попала под море, под волны. Надеюсь, будет снимать нормально. До этого я еще никогда не был на островах у моря. Сегодня первый раз. Посмотрим, что тут интересного вообще. Люди купаются на пляже. Я на картинках видел, вот на главном тоже, кажется, выставлю, точнее. Если не удалится эта фотография. Тут есть какая-то, как будто бухта, такой красивый пляж. В этот залив, как бы, морской попадает. Сейчас посмотрим, куда идти, я даже не знаю, без понятия. А ну, куда нам нужно? Вот таблички куда-то указывают. Какое-то место, местность. Вон туда, куда я... Ладно, сейчас будем разгораться. Вот смотрите, какой-то такой проход. Через скалы. Горный проход. Посмотрим, что там. Может, там тоже какая-то набережная есть. Вообще, я, знаете, еще такие места, куда можно с семьей приехать.
Да, это выход на пляж, машалла. На острове там. Так, вот. Сейчас увидим островной пляж. А, еще такое место, куда можно приехать, как это с семьей, с друзьями, ну, покупаться. Такое, чтобы не было народу, людей. Честно, например, с соседями приехал, никого лишнего там нет. Вот такие места очень много, можно не оставаться. Потому что сюда люди не едут так, как на побережье. Красивейшее место машина. Можно сказать, на фоне того, что творится там, это безлюдное место. А так, я думаю, еще себе прогуляться, очень много диких мест. Идем, сами знаем, не знаем, куда идем. Главное идти, да, как говорится. Ведь это такой ветер стоит, гул. Шум, знаете, как зимой, когда ураганы бывают, вот, типа, что-то на него похоже. Морской ветер этот. У меня складывается впечатление, что люди просто тупо идут по инерции. Вот какие-то таблички, что-то на них написано. Вот все идут. Здесь кругом огорожено. Армия что-то написано на французском. Милитерии, как понял, военные базы какие-то, что ли. Самый легендарный замок Ифры. Сейчас прошу. Так, возвращаемся от паузы. Граф Монте-Кристо сидел в этой тюрьме. Вот. Мы должны были сегодня туда попасть, но не попали. Сказали, что сегодня почему туда рейсы не идут. Хотя мы мимо его проехали через того острова. Машалла, что касается воды на этом острове, так она, вот как показывают в фильмах, кристально чистая вода, как будто родниковая, хотя морская. Сейчас пойдем дальше. Этот. Говорят, там какой-то есть пляж, что ли, из пресной воды. Озеро это какое-то. Вот он, тот самый залив. Даже здесь на острове очень много людей. Тут на песенки поют. Вот сюда. Я думаю, куда все идут, оказывается, сюда шли покупаться. Здесь вода, наверное, теплая, представляю. Вон, кто-то рыбу ловит, стоит там. Но из-за этических соображений не буду тебя на пляже снимать все туда. Так что отсюда пока поснимаю и здесь постою. Вот в этом месте искупался.
это как никого нету, пусто вообще, машала. Вообще людей здесь нет. Спокойно покупался. Отдохнул, теперь идем обратно. Пусть он арбуз скажи купит.